Строящееся учебное заведение участвует в реализации одной из основных региональных программ в сфере образования, которая касается ликвидации второй смены. Официально это пристройка на 275 мест к действующей школе. Фактически она значительно больше старого здания и способна принять больше учеников. Возведен четырехэтажный учебный корпус с просторным актовым и спортивным залами. Также полностью благоустраивается вся пришкольная территория. По словам представителя подрядной организации, с Нового года строители приступят к внутренним отделочным работам, а в мае школа будет полностью готова. Стройка идет динамично, и видно, что порядка на 75% уже готовность есть, готовность инженерных коммуникаций. Скоро закроют контур, тогда отделочные работы пойдут быстрее. Надеемся, что при всех дополнительных подготовительных мероприятиях 1 сентября дети пойдут сюда, в школу,